Всем доброго времени суток, с вами канал ArtMoney, и сегодня у нас видеообзор на вот такой лизун из фикс-прайса. Стоил он 50 рублей. Вот фотографии на него, что тут сверху будет в конце ролика, тут состав мелким шрифтом тоже будет в конце ролика. Вот 2 апреля он изготовлен, ярко-розовый, а также там ярко-салатовый был и остальные темненькие. Темно-золотистый, серебристый, еще какой-то. Вот я почему-то мне захотелось розовенький. Давайте его откроем и посмотрим. Ух ты! Ай, какой холодный. Так, к рукам он не прилипает. Но такой прям ледяной. На самом деле у меня никогда не было лизуна, ни слайма. И вот сейчас я решила попробовать купить. В моем детстве была эпидемия какое-то время на них, но как-то никто не знал, что с ними делать. Мы, по-моему, дети были, бросали их просто на стену, и они сползали. Кто-то оставлял следы красные, кто-то нет. Давайте попробуем. Ой, он ледяной такой. О, коробочка, кстати, хорошая. А! Большой такой. Тянется, но вот такой он рвется не как прям вот показывают, смотришь, а такой прям это на руках такое ощущение, как будто в холодильнике побыл. Он такой, знаете, похож больше на какую-то желе. Вот она, видите, как-то. Ну, там состав тоже какой-то он сделанный. Не так. Не знаю, как должен быть другой. Вот он рвется, так, видите. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Не знаю, напишите в комментариях, какие они должны быть на ощупь. Когда вот он отрывается. Вот сейчас как будто мокрый такой. Мне кажется, свои домашние, они какие-то другие. Не знаю, я планирую его сделать. Решила вот проверить сначала. Ну, вот он прям рвется. Не настолько приятно. Не знаю, попробую домашний сделать как-нибудь. Видно вам, наверное, я думаю, видно. Какой-то он недолго тянется, мало. Может быть, слишком быстро я его. Ай, прилепился. Ай, оставил на мне свои следы. Ой-ой. Такой можно над кем-нибудь пошутить. На пол его бросить. И он даже, кстати, он растекается. Оставляет он небольшие козявочки свои. Наверное, были еще кровавые. Конечно, кровавые было бы хорошо. Наверное, шикарно было бы над кем-нибудь пронкануть. Вот видите, он сужается. Сужается, сужается, меньше, меньше. Растекается. Ну, не такой, конечно, как я видела. Кстати, напишите мне в комментариях, чем отличается лизун от слайма. Потому что в одном месте я где-то спрашивала у кого-то, мне сказали, что ничем, это одно и то же. Как считаете вы? Напишите в комментариях, пожалуйста. Может быть, вот поскольку это у нас лизун, поэтому он, наверное, такой вот и растекается. То есть его не сделаешь вот как слайм. Как-то он форму плохо держит, наверное.
если это лизун. А слайм лучше, наверное, форму держит. Пузырьки. Вот так, когда заняться нечем, можно достать. И растекается словно. Снова растекается. Растекается. Быстро растекается, смотрите как. И коробочка, кстати, очень плотная такая. Плохо гнется. Прям такая качественная. Закрывается там тоже хорошо. Хотя, честно говоря, мне интересно, если его, допустим, не положить в коробочку, а оставить, что с ним будет. Наверное, я так и сделаю, маленький кусочек где-нибудь положу. И потом, если с ним что-то произойдет за сутки, там за какое-то время, я в конце ролика выложу вам фотографию. Вот. В принципе, на сегодня это все. Также будет фотография в конце ролика. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, какой у вас. Может, у вас какой-то другой. Потому что там был еще другой, он был более жидкий. По-моему, как раз салатовый, что ли, он был более жидкий, поэтому я не стала его брать. Взяла вот этот. Вот, напишите в комментариях, понравилось вам или нет такой лизун. Вот. Смотрите мои другие ролики, влоги, кулинарные рецепты. Вот. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока. Вот, если очень медленно прям тянуть, то, в принципе, тянется. Получается, вот оно очень. Видите, тут стол, тут прям вот тоненькое.
We'll be right back.